Управлением судебных приставов регулярно проводятся учения и практические занятия для, так сказать, повышения квалификации сотрудников и руководителей отделов. В этот раз приставы практиковались в Рязанском районном суде. Сегодня в рамках занятия старшие судебные приставы учатся методике проведения занятий по специальной подготовке с судебными приставами ППДС, совершенствуют свои навыки в организации повседневной деятельности по линии обеспечения установленного порядка деятельности судов. Одним из приоритетных направлений, которым занимается служба судебных приставов, является обеспечение установленного порядка деятельности судов. На постах, в залах судебных заседаний, при обеспечении безопасности судей должны быть грамотные, высокопрофессиональные люди. Кто их учит? Их учат на местах начальники отделов, старшие судебные приставы. А мы учим именно эту категорию, то есть начальников отделов. По прибытии в свои структурные подразделения, в районные отделы, они, получив сегодня навыки и знания, принесут их в свои структурные подразделения и обучат личный состав вот тем профессиональным навыкам, о которых я сказал выше. Грамотная организация режима пропускного пункта, умение пользоваться оружием, теоретические занятия по выдворению мигрантов с территории Российской Федерации, обеспечение безопасности во время судебного заседания. Это лишь малая часть элементов, которые с закрытыми глазами должен выполнять пристав. Есть у нас работа очень ответственная, очень важная, так как мы осуществляем выдворение иностранных граждан на этот момент. Очень серьезную задачу выполняем, то есть руководство от руководства. Но она еще в свою очередь ответственная, потому что мы напрямую работаем с оружием, владеем оружием и имеем право применять его. Оружие, спецсредства, физическую силу. Срабатывает что у вас здесь? Доставайте. Это вот все сработало. В это время врач наш. Загибом руки за спину. Человек сопровождается к месту. Шире. Дается команда. Ноги шире плеч. Фиксация рук наручниками. В это время судебный пристав, который ведет удостоверение личности, сообщает полицию, председателю суда, начальнику районного отдела. Через 3 минуты гражданин сопровождается по месту состояния. Он команде.